Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості, як завжди, на спортіку. Вікторія, давай уявімо, що я сексист. Переконай мене, що жіночий хокей – то не якась дурня. Ти знаєш, ми коли почали створювати команду, мужчины очень скептично относились к этому. С нас очень сильно смеялись и говорили, домохозяйки, которым делать нечего, пришли в хоккей и занимают наше место. Было очень весело, но когда прошел уже первый чемпионат, и мы получили медали и показали результаты, и плюс на тренировках начали давать им отпор. Выбачь, а сколько уже сезонов команда играет? Получается 6 лет. Уже на території України розвивається хокей. Уже на сьогоднішній день вот пройшло 4 чемпіонати України, 4 сезони. Да, прилично, да, да. Так ось, закінчився ваш перший чемпіонат, і чоловіки вже як реагували? Вони аплодували стоя. Ті самі, які скептично відносились. Да. Які вважали нас домохозяйками, яким робити нічого, да. Слухай, ну пандемія ось вплинула взагалі на весь спорт. Жіночий хокей, ну, будемо говорити так, не найпопулярніший в Україні. Ось в таких рамках, як він існує? Хтось приходить, хтось дивиться. Як взагалі відбуваються ці змагання? Ось на цей момент, як це відбувається? Получается, когда был локдаун повний, вот эти 2-3 місяці, да, у нас введен, была закрыта полностью ледовая арена. Мы, конечно, очень сильно тосковали, но старались по мере возможности поддерживать физическую форму. Но сейчас вот был сделан чемпионат Украины, проведен, да, и потом еще мы прошли квалификацию в сборную Украины. Это была неделя жестких тренировок, 4 тренировки в день, 2 ледовых и 2 на физическое поддержание, да. Нормально. Мы еле выжили, потому что очень был большой перерыв. А як виглядає чемпіонат зараз? Скільки в ньому команд? Це якась кругова система? Поясни, будь ласка. Последний чемпіонат это был очень сжатый из-за того, что пандемия, не было очень большого достаточного времени. Это было выведено, отделено нас 3 дня. Вот чемпіонат был, состоял из 3 дней. Да. Мы по кругу переиграли со всеми. Так, да, в NBA. Да, конечно. И какие результаты нашей, вашей команды? Получается, в этом сезоне наша команда не принимала участия в связи с тем, что очень много участниц переболели коронавирусом, и физическое состояние здоровья не позволяло. Были выделены единицы из команды, которые поддерживали и играли в другой команде. Вот мы представляли команду «Украиночку» на чемпионате Украины, где мы стали серебряными призерами чемпионата Украины. Скільки взагалі тоді нагород? Ось 6 сезонів існує команда, так? Так, команди існують так. Ну, виходить, сам чемпіонат України существує 4 роки. А команди почали... А ви граєте 6? Так, ми почали створюватися, виходить, спрос рождає предложення. Прикольно. Так, ми самі... Це була така група ініціаторів, яка захотіла просто навчитися кататися на коньках. Ми потім прийшли до тренеру і сказали, ми хочемо створити хокейну команду. Ну, і так така група організувалась в Харкові. Тренер чоловік. Тренер чоловік. Звичайно. Ну, виходить, в Україні дуже проблематично вот, з тренерами, тому що тренерський состав заточений тільки під руководство мужчин, да, і підростків, мальчиків і взагалі вот, мужський состав. Тренера, і тут ви такі. Да. Їм потрібно було б срочно, швидко перекваліфіцироваться під психологію іменно жінки, тому що є свої індивідуальності. На жінку вже так не накричиш, як на мужчину, тому що є если на женщину не кричать, некоторые в слезки могут упасть. Разумею. Я не буду чего говорить. Бывает и такое, да. Серьезно? Да. Серьезно, да. Ну, потому что женская психология от мужской отличается по-другому. К женщине нужен подход. Командный военный режим женщине не подходит, даже если она спортсмен. Так, и вы самоорганизовались, да. Потом нашли тренера. Да.
И создали команды под логотипом, брендом, разработали это, участвовали уже в разработке дизайна джерси, разработка дизайна командной формы, да. И такие, получается, группки организовались в Киеве, Харькове, Кременчуге. Вот сейчас дальше по стране начинает развиваться хоккей. Нагороды. Отже, які нагороди за цей період існують? Получається, ми стали чемпіонами это в составі команди Королєва Дніпра. Да? Я стала чемпіонкою України сезону 2019-2020. І на сьогоднішній день, по окончанню сезону 2021, я серебряний призер чемпіонату України. А тренера довго вмовляли вас тренувати? Це був тренер, якого ви одразу обрали, або це було декілька тренерів? Ні, звісно, це було кілька тренерів, тому що тренерський состав і штаб мінявся, і за цей період, за 6 років, я поміняла вже дві команди. Перші 3-4 роки я, виходить, представляла один клуб, де була, являлась капітаном команди. Але мені захотілося більшого і захотілося росту. К сожалению, регалій ніяких в цьому клубі я не отримала. І мені прийшлося перейти в другой клуб, в якому я сейчас нахожусь, Королева Дніпра. Да. Два года я представляю уже именно этот клуб. Яка назва красива. Королева Дніпра. Клас. Да. Спасибо. Ти дуже активна у соцмережах. Інстаграм. Я не знаю, чи є в тебе тік-ток. Ну, мабуть, є. Я не здивований. Мої діти говорять, що да, у нас мама популярніше, ніж ми. Ну, от. Ось, нехай вчаться. Так ось. Да. Питання таке. І чи, може, згадаєш якесь відео, яке набрало найбільше переглядів, якийсь пост найбільше лайків, чи щось таке подібне? Да. Тому що там такий потік думок, енергії і взагалі... Подорожуєш, до речі. Ну, да. Я дуже люблю, тому що моя професія мене как бы стимулирует к этому. Мені надо постоянно адреналін і емоціональне вигорання, щоб не було його, да. І мені надо путешествовать постоянно. Таким образом я восполняю свой баланс энергии. А что по поводу наибольшего набранного количества лайков? Ну, это, конечно, не смешно и не парадоксально. Это было это зимой. Это были морозы, наверное, минус где-то 22. Я купалась в снегу. По снегу шлепала и купалась, да, в купальнике, да. Ну, как бы... Нормально. Наверное, это оценили. Добре. Вид спорту, окрім хокею, чим ти займалась ще? Ну, я бачу, що ти дуже активна на борді, я бачив тебе. Ну, і взагалі все, що тільки можна. Да. А, кстати... Вот серфінг, здається. Да. Я все пробувала. Получається, хокей, вот именно стояние на коньках, дает очень максимальное развитие в любом виде спорта. Это базовая платформа, потому что сумасшедшая координация именно из-за того, что ты свою массу тела балансируешь на двух лезвиях. Да. И когда я пришла к нам в Синтозу покататься просто на борде, я говорю, я первый раз. Он говорит, конечно. Ну, они не поверили. И просто я просто спрыгнула. Я прыгнула, там сальто сделала, еще что-то там с трамплина. Они не поверили. Они сказали, ну нет, это какая-то... Она, наверное, где-то тренируется, да, говорит, там за углом. А приходит себе и кажет, ты ничего не делаешь. Да. Я знаю, потому что, например, в детстве там я катался на роликах, на скейтборде, да. И потом это как-то, не знаю, тело запам'ятовывает. А звідки взагалі ось ця любовь до спорту? Ты знаешь, у меня тоже, кстати, в детстве были ролики. Это я благодарна очень сильно своему папе, который при зарплате в тот момент там 200 рублей купил мне за 600 рублей ролики. Круто. Это очень-очень крутая фишка для меня. Наверное, вот этот и толчок, любовь к роликам, он трансформировался в любовь к конькам. Но при условии, что я на коньках, получается, когда пришла, я не стояла. Я стала на коньки только 6 лет тому назад, и за 6 лет я достигла того, что на сегодняшний день я чемпионка Украины по хоккею. А який вид спорту ти хотіла б опанувати ще?
Еще мне нравится кайтсерфинг, вот такая штучка. Виндсерфинг я пробовала, но вот чего-то вот кайты еще мне. А где ты пробовала кататься на серфе? У нас в... на серфе? Так. На серфе, серфере мы... Где это відбулось? Серфере мы, по-моему, в Америке пробовали. Вот я что-то не... Где, як не там? В чем складність? Балансировка получается очень-очень, ну вот получается, если коньки ты контролируешь, потому что жесткая поверхность, ну, то да. Там постоянная волна. Ну как бы и волна, да, она нестабильная. Ты не знаешь, когда следующий перелив вот этой волны, как бы это вот проблематично. Ну тебе вышло? Да, конечно, с 25-го раза. Ага, ну так все просто. Не-не-не, это очень сложно, да. Это одно из самых сложных таких видов спорта. До хокею повернемось. Так. Жіночий хокей в Україні – це професія? К сожалению, на сегодняшний день нет. Это никак не финансируется, не спонсируется. Это все на добровольных основах. Девочки, которые приходят, им необходимо покупать всю форму. Конечно, некоторые, то, что у нас есть уже на базе, да, для новичков, чтобы попробовать. Поделитесь. У нас есть, да, конечно, конечно. Чтобы как это, словить волну, да, вкус ощутить. Но в дальнейшем, конечно, если ты хочешь заниматься это профессионально, выходить на какой-то другой уровень, то это надо будет полностью себя экипировкой снабдить. Ну, по сути... Примитивно скажу, заробітну платню вам ніхто не платить. Ні, я мечтаю, у мене на мінімалочку. Когда, да, нас награждали на чемпионате України, когда мы стали чемпионками України, то первое, что у меня все спрашивали после фото. Да, да, да. А сколько мы получили? Да, сколько мы получили? Но тот, когда наступит тот день, когда хоть какая-то копеечка... Вам лише диплом, грамоти и нагороди видали? Реально? Як у дитячому лагері? Да, как в скаутском. Серьезно? Да. Боже мой. Это Украина. То як таке можливо взагалі? Добре, ну, була мотивація, я так розумію. Ну, взагалі-то не в фінансах. Це вообще, з самого початку було. Да. Так, ну, у вас є кубок, нагороди. І, когда зарождалось это все, потому что вот разница, да, вот эти два года между шести годами уже желания играть и четырех годами официального чемпионата Украины, получается, эти два года мы даже не думали, что это наберет такие обороты. Мы между собой начали играть. Мы поехали на чемпионат, на турниры, в Ригу начали ездить. Ну, такие, знакомиться с девочками, знакомиться с девчонками по всему миру, что просто мы думали, что это мы будем аматоры, как бы нам достаточно. Мы никогда не думали, что это наберет такого сумасшедшего колоссального роста. Что теперь от этого можно что-то и вымогать. Да. Ага. Да. Прикольно. Прикольно щодо того, що немає гонорарів. Я так розумію, що ви самі фінансуєте свою команду. Повністю, да, конечно. Ми оплачуємо льот, оплачуємо тренеру зарплату, повністю себе одягаємо, обуваємо, да, на кожен сезон, конечно, кожна дівчинка желає як купити нову сумочку, так же купити новий якийсь аксесуар собі в гардероб хокейний. Клас. А як реагують зараз чоловіки? Не знаю, десь там ти спілкуєшся, вони дізнаються, що ти займаєшся хокеєм. Як вони реагують? Ну, не верят. У них почему-то такая ассоциация, если женщина играет в хоккей, то она должна быть сумасшедших каких-то больших размеров. Это не женственность, ну, далеко. Но они не сопоставляют хоккей и образ тот, который они видят. Ага. Да, да. Ти їх переконуєш, що це не обов'язково бути якоюсь здоровенною дитиною, щоб грати в хокей? Я не знаю, откуда такі нав'язані стереотипи, но ні, обычно как бы в полеміку сильно не вступаю. Я говорю, да, вот такая констатація факта. Я хоккеїстка і розказую там. Якщо хтось не вірить, сильно приходиться показувати фотофіксації. Фотофіксації. Ну, в социальных сетях. Это, знаешь, сразу набирать себе подписчиков. Команда, в якій зараз ти граєш, що це за дівчата? Хто вони?
Хто платить тренеру гроші? Давай, розповідай, що це за дівчата? З яких вони професій? Як формується ось команда? Это мультифункциональная. У нас в команде есть юрист, есть тренеры по фигурному катанию. Половина команды — это, конечно, девочки-школьницы, но они тоже молодцы, участвуют. И вот хоккей им дал, знаешь, такое формирование какой-то перспективы, чего они хотят в дальнейшей жизни. Мы, получается, в одном коллективном поле постоянно находимся, и они, когда смотрят на нас уже, они вот так, я хотела той быть, а сейчас буду этой. Профессии разнообразные. А скільки взагалі дівчат у команді? Ось склад, скільки це їх там? 10-20? 20 чоловік где-то, вот так вот, плюс-мінус. Это основной состав, і плюс постоянно дівчатки приходять, которые новенькі. Спробувати себе? Конечно, конечно, да. Як, наприклад, я дівчинка, як мені стати частиною вашої команди? Що мені треба для цього? Желання. Мені просто треба прийти? Да, желання. Є якийсь відбір? Нет, никакого отбора нет. Комбайн, да. Як у Штатах. Нет. Нужно просто на желание твое для того, чтобы прийти, попробовать. Но это как пришел, видел, победил. Когда ты становишься на коньки и ощущаешь вкус и запах вот этого свежего хруста льда, его нельзя, невозможно забыть. Ну, это эмоции, которые остаются на всю жизнь. Вот бывают такие моменты, конечно, знаешь, когда уже кажется, что можно уйти на пенсию там, и можно не продолжать уже заниматься этим, но когда я слышу хруст льда, когда я слышу этот вкус, когда я слышу вот этот туман, знаешь, вот ощущение непередаваемое. Ощущение непередаваемое, да. Фарбуешься перед грою? Конечно. Конечно, конечно. Да, все девочки, да. Потому что мы на гимне снимаем шлема, и нас, принцесс, прекрасных видно. А не страшно грати без шоломів? Ні. Ми, коли гімн грає, перед началом ми знімаємо, да, і ми під гімн стоїмо без шлему. Звісно, хочеться всім дівчатам. Це спеціальний хокейний макіяж? Ні. Чи вечірні якісь? Ты знаешь, у меня это была такая смешная история. Я помню, как я начала, первый раз пришла на хоккей, я помню эту встречу, как сейчас. Это была суббота, 9 утра, а тогда еще ж не было женского времени, это только с мужчинами. И я пришла... Вы разом тренировались? Да. Мы вместе тренировались на одной, и у нас, получается, было много мужчин, там 20 мужчин, и сначала 2 девочки, потом 3-4, и нас стало расти больше до того периода, пока мы не купили себе уже отдельный лед. Человеки там не бухтили. Да. Да бухтилы изначально. Они всегда бухтилы. Они до сих пор бухтят, когда мы приходим на тренировку. Да. Но сейчас они хотя бы бухтят от зависти. А тогда, конечно, что мы им мешали. И я пришла на тренировку в субботу в 9 утра. Это с ярким smokey eyes макияжем, красной помадой. И мне тренер там какие-то задания давал. Но тогда мужчинам это все нравилось. Они не говорили, что я мешаю. Ну, конечно, в уголочке. Там пусть говорит, какая-то красивая принцесса прекрасная буде у нас на тренировці. Ми, до речі, перед тим, як писати інтерв'ю, ми коли вдягали ось мікрофони, ти сказала, що тренер не дивиться на нас, як на жінок. А як він на вас дивиться взагалі-то? Ну, ви спортсмени? Да, у вас немає гендеру ніякого? Ми спортсменки, да. Ну, как бы, у нас нет такого, что... у нас нет от него секретов. Если у нас есть какие-то проблемы в команде, то мы можем обсудить это с тренером. Тренер наш... как второй отец. Он всегда нам поможет, подскажет и скажет, как выйти из любой ситуации. Не с вами. Він як тренер жорсткий? Нет. Это... Дипломатично. Да, он очень справедливый. Очень корректный, справедливый. И вот то, что я несу в массы, да, что в этой жизни не обязательно через жесткость надо это все делать, а можно... Он, получается, нашел к нам подход. Он через такую иронию, через мягкость, ласку, он доносит до нас нужную информацию. И нам уже кажется, да, что как бы мы хотим сами исполнить то, что он говорит. Прізвище, ім'я по батькові в студії. Короткий Олексій Валентинович. Да, Олексій Валентинович, дякуємо за дівчат. Так, наступне запитання.
як дорослу дівчину, от я розумію, що там приходять школярки, так ти кажеш, ага. Як дорослу дівчину мотивувати, ну, так, наприклад, їй там від 30 до 40 років, і їй донести, що вона може займатися, вау, хокеєм. Вона, мабуть, що там про це думала, або там десь спробувала кататись на ковзанах. От як її вмотивувати? Ну, для этого существует якак яркий пример, потому что я только в 30 лет стала на коньки, и за 6 лет добилась таких результатов. Когда они это видят, слышат, и некоторые говорят, мы не верим, мы думали, что ты с детства занималась и каталась. Я говорю, нет, вот за 6 лет можно добиться нереальных результатов при условии, что ты этого очень-очень сильно хочешь. Но есть желание. Ты понимаешь, это все на такой позитивной ноте, это тебя никто не заставляет. Это маленький комьюнити. Да, ага. Да. Ты сам хочешь этого, ты хочешь достичь как и личных результатов, так и сумасшедших результатов команды. А что, вечерки были? Девочки. Ну, конечно. После перемоги. Да, караоке-пати. Серьезно? Да, да. У нас очень много в команде девочек поют, да, и мы очень любим. Отже, поза хокею у вас є також ваше сумісне життя. Мы очень часто собираемся на дни рождения, просто пообедать, поужинать, пикники устраиваем. Это получается как такая маленькая семейка у нас. Сімейка. Розкажи мені, на майданчику хокейному, коли ви граєте, зустрічали ти дівчат грубих, наприклад, які лаялись або погрожували? Ну, це ж, ну, це хокей. Так. Це не просто ви там в шахи граєте. Це контактний вид спорту, дуже контактний. Ось зустрічали таких дівчат? Як з цих ситуацій виходити? Ну, виходить, в женському хокеї ми не маємо права входити в контакт. Взагалі, ніяких? Вообще никогда. У нас это сразу штрафные санкции, что это бокс, 2 минуты, да, наказания жесткие. А по поводу рукоприкладства и вот... Ну, что там лайку, что сказать? Да, да, да. Бывает, конечно. Нет, это нельзя. Это категория. Если судья услышал, это, да, это дисциплинарное может дать, особенно если вот у нас драки там были. Чтобы видеть зарок. Да, да, да. У них это разрешено. А у мы, женщины, это вот лайт-версия. Для нас это вообще категорически запрещено. А если в Украине это еще судейство... где-то там судья не увидел, пропустил, ну, таких моментов очень много, да, что доходит до каких-то ситуаций, то в Европе, вот, в Америке это с этим очень жестко. Там просто вот если даже где-то контакт ты не хотел, ты случайно из-за того, что ты, там, например, не владеешь настолько хорошо техникой катания, как владеет там твоя соперница, да, и ты где-то прилег на нее, то все, это у них уже считается контакты и сразу в штрафбокс. А тобі не здається, що це не хокей? Ні, мені не кажеться. Це женський хокей. Все, зрозумів. Ну, ти чула, наприклад, ось свій адрес там. Конечно. Ах, ти ж! Да. Ну, конечно, да. Ну, как бы, это эмоциональная игра, и бывают такие моменты у всех. Ты знаешь, сначала это было, меня очень сильно задевало. Ну, не паника, а как ты могла такое сказать? Я не такая. Да, да, ну, да. Ну, а далее уже. Да, ну, а сейчас мы, конечно, уже за столько лет мы привыкли, не реагируют. Ну, и плюс у нас тренер говорит, что очень достойно, когда ты не то что реагируешь, а ты еще эмоционально отвечаешь улыбкой или вот жестами счастья, радости, не словами, да, а вот своим позитивным настроем. Блин, классно, она меня обзывает. Нет, это мимо меня просто проходит. Да, я не принимаю это на свой счет. Згадай свої перші емоції, коли, взагалі, не перші, будь-які емоції, коли забила першу шайбу. Під час офіційної гри. У мене зараз такий адреналін пішов. Ты знаешь, у меня, наверное, сумасшедшее вот воспоминание. Мы играли в Хорватии, и я тогда вот настолько была натренированная, что
я забила решающую шайбу в игре, когда счет, по-моему, был 3-3, и я забросила на последних там двух минутах последнюю. Вот это самое незабываемое впечатление. Да-да-да-да. Когда ты не просто там забиваешь одну из шайб, а когда ты решающую, и твоя команда проходит там дальше по турниру, по турнирной сетке и выходит выше. Вот это, конечно, это самые незабываемые эмоции. А на какие позиции ты играешь? Я на защита. Левый, правый защитник. Ты десь пробовала, може, на воротах стояти ще? Пробовала, да. Ну, пробовала. Если ты следишь за соціальними соцсетями, ти должен был видеть. Да, чесно говоря, мене так, конечно, испугало это, но к этому нужно привыкнуть и прийти внутренне, наверное. Те девочки, которые решают застать на ворота, они просто, наверное, уже готовы. Класс. Это эмоциональный стресс. Стресс, и он постоянно, он преследует тебя с каждым броском. Да. Ну, к этому, на это у нас желание. Так же самое, как желание стать там вообще полевым игроком, да, так же самое желание стать вратарем. Про що мріє твоя хокейна команда? Ой, мечты нашей хоккейной команды. Наверное, все-таки побывать на каком-то матче НХЛ. Побачити, да? Да, конечно, конечно, вот именно командой, потому что некоторые девочки присутствовали, но это ж не команда, а вот, наверное, вот командой увидит вот звезд хоккея. И, наверное, вот наша, у всех девочек так плюс-минус как-то сложилось, что у нас есть фаворитка хоккея, это Хиллари Найт. Наверное, вот, может быть, побыть у нее на тренировке на или с ней, да, да, на мастер-классе, да, чтобы она вот, как бы, это такая вот мечта-мечта. А про что мрієш ты особисто? Не как хоккеистка. Я? Я очень хочу, чтобы люди ценили жизнь и радовались каждому мгновению, каждому дню, проведенное на этой земле. Друзі, просто запишіть і прислухайтесь до цих слів. Це буде Нікіта Дрюченко на Спортіку. Ще побачимось. Це було дуже весело. У мене щочки болять трошки вже.